А теперь об этих и других событиях подробнее. Главная информационная открытость. Исполняющий обязанности главы городского округа Химки Олег Шахов провел свое первое на этой должности оперативное совещание. Он поручил руководителям всех управлений и начальникам территорий создать аккаунты в Твиттере. Это улучшает работу с населением, а именно обратную связь. Твиттер общения позволит более оперативно реагировать на жалобы и просьбы химчан, что, конечно же, скажется на сроках устранения проблем. Для того, чтобы жители могли напрямую писать, а вы знали, что их волнует. В дальнейшем это будет обязательным и для начальников комитетов и управлений. Необходимо усилить работу с сайтом. Также на совещании Олег Шахов поднял тему строительства социальных объектов. Теперь компании первым делом должны будут налаживать инфраструктуру и только потом приступать к возведению коммерческого жилья.